Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт, собственно говоря. По-моему, я уже там 1-2 дня не заходил. И поэтому я соскучился. У нас много-много дел. Давайте посмотрим, что у нас здесь готово. Так, наступает у нас ночь. Много у нас целей, да, нужно найти, в принципе, этого. Как там его зовут? Ну, этого черного мудака, который телепортируется. Эмбер, по-моему, так. А вот только где его найти, видите, почему-то его сейчас нету. Кстати, вот в этой игре, заметьте, да, ночь такая светлая, это большой плюс. Вот в Расте этого не хватает, реально. Здесь очень светлая ночь, кот побежал. То есть, сейчас уже глубокая ночь, смотрите, темнее ее она не будет, все. О, как больно-то, а. Фига у вас много. Да, это изи-бризи, мы уже столько с вами пережили, забей, просто забейте. Так, сейчас я запишу время, секунду, чтобы не забыть. Теперь нам нужна летающая мразь. Вот так вот! Ой, это, не обращайте внимания, это просто бабушка приехала, да, она может что-нибудь говорить. Так что не заморачивайтесь. Нет, я, наверное, не буду его взрывать все-таки, давайте мы его убьем. Возьмем порох, тем более он сейчас взорвется, дыр понаделает. Ладно, тогда мы пойдем поспим и пойдем вниз. Нам нужно думать с пещеры, нужно будет поставить рельсы. Рельсы поставить, да? Так. А вот там что-то такое новое, посмотрите. Пил, там какое-то красное говно. Кстати, помните про посохи мы смотрели в прошлой серии? До меня дошло, откуда там брать другие ингредиенты. Скорее всего, это как и огонь, то есть нужно убивать будет тоже крипов. Новых крипов, уникальных. Блин, а. А из них будет выпадать это говно. И мы сможем собирать новые варианты посохов. Мне кажется, быстрее я бы убил с помощью меча. Нормально, слоты у нас есть, давайте покушаем. А что это такое-то? Здесь я, наверное, спокойно не пройду. Сейчас будут хулиганить, мразь. Смотрите, это типа из этого, да, мутанты? Это который из... как же называлась-то игра? StarCraft. Ну-ка, тварь, ты мешаешь. Пускай взрывается, здесь он может взрываться. Давай, братюня. Ох ты. Вот, что-то из него выпадает. Ага, да, из этого тоже посох можно сделать, кстати, я помню. Вот она, тварь. Мне сказали, что нужно не смотреть ему в глаза, а бить по ногам. То есть смотреть ему в ноги и бить. Вот он нам нужен, чтобы сделать посох. О, видите, я не смотрю. Во, работает, работает. А, тварь, а. С 5 хп. Вот он, самое главное, ради чего я живу. Все, отлично. Поздравляю, у нас будет еще один посох. Это очень хорошо. Добро-юбово, 25А. Колебало. Корпус 2. Квартира 26, а там 4. Задрал уже на меня. Так, все, давайте поспим. Отлично, мы нашли еще один посох. В принципе, мы можем еще один сделать, если я убью тех мутантов. Которые из Старкрафта. Только вот интересно, они остались там, нет? А, тварь, а! Да я помню тебя, чмо, который стреляет огнем. Который сжег мой дом. Так, ты гори, говно. Вон они есть, отлично, нужно их убить. По-моему, из них... Нифига, у меня хп мало. Давай, регенься. Я помню, точно можно сделать именно из ихнего мяса. Из мяса точно можно было. Так, все, давайте. Опа. Ну, они какие-то легкие. Тем более, у нас оружие хорошее, прокачанное. Да, я хотел еще сделать алмазное оружие. Вот, 7 штук. Они нельзя, да? Ну, че? Ну, ладно. В любом случае, мы сейчас сделаем посох из этого... Эмбер. Сделаем из эндера посох. И посох сейчас будет. Так что let's go. Аж нам не нужен. Дальше что? Так, дальше что? Мы возьмем резину. Вот ты что?
Давайте возьмем резину. Оп, оп. Так, отлично. Опс. Соберем, ну просто по дороге соберем, пускай уже растет всякое говно это. И сделаем посох и пойдем вниз. Нам нужно пойти вниз. Дальше что? Так, вниз, да? Вот мы смотрим. Гэшка, ага, кость и золотой слиток. Интересно, кость есть, золотой слиток есть. Ставим сюда. А этот, я думал, он делается из стержня. Ну ладно. Будем делать из этой фигни. Голубая жопа. Так, хватит ругаться. Осторожно. Так, смотрим сюда вот. Помните, эта менюшка уже у меня была где-то. А как он работает-то? Извентиляюсь. Фу. Кстати, прикольно, смотрите, то есть мы можем вызывать существ и настраивать их поведение. Но один маленький вопрос, как их вызывать? Так. Минионы. Ну ладно, это уже я потом разберусь. После того, как мы сделали, также мне посоветовали, знаете, что еще сделать? Сделать еще, короче, пилу. Давайте посмотрим, могу ли я сделать пилу? Типа она быстрее пилит. Да, смотрите, электропила. Я ее ни разу не делал. Блин, тяжело ее делать. Ну, в принципе, можно. Можно сделать электропилу. Прикольная вещь. Давайте попробуем ее сделать. Нужно будет 3 батарейки. Ага, олово. Нам нужно будет олово. Красное говно. Потом резина. Из нее мы сделаем провода. У нас еще много такой резины. Нужно переплавлять. Кирпича. Ну, видите, у нас работы здесь полно. Полно работы. Забираем кирпич, ставим на переплавку. И нам нужно еще олово переплавить. Где у нас олово? Оловянная. Так, все, ставим оловянную руду. А то, что знать, 5 лет не прошло, как мать арестовывали. Не прошло. За это время еще 2 года остается, что могут возобновить весь этот материал. А то, что знать, 5 лет. Вот так вот. Так, а почему их так много стало-то? Подождите, их же не было столько много, вы посмотрите. 5, 6, 7. Ха. Не понимаю. Сдохнет! Так, ну да, пускай они сдохнут лучше. Окей. Да пока что мы выложим, давайте, суммонинг, потому что я что-то пока не понимаю. Он так работает. Ну-ка, подожди, давайте попробуем тогда сделать вот так. Кстати, кто знает, как он работает, напишите в комментариях, чтобы я не тратил времени много. Нет, не то. Ай, остань, дура. А подождите, может надо... Убить с помощью этого говна. Ну-ка, подождите. Ну как? Фолов. Не понимаю. Фолов. Ладно, потому что надо идти уже сваливать отсюда. Меня скоро могут убить. А то у меня хп там мало. Ладно, давайте мы не будем тратить время. Вы просто в сами комментариях, кто играл, да, и собирал этот посох, напишите обязательно, что он делает. Ты понял или нет? Так, теперь нам нужно покушать, нас с едой вообще огромная проблема. Рав, джус, мэт. Типа я какой-то это... У них я подобрал мясо, типа... Давайте попробуем поесть его. Ага, все, переплавляется, все отлично. У нас еще есть кирпич, да? Нужно будет еще дом заменить по фастингу. Блин, сколько много надо сделать, а когда я это все успею? Так, вот это надо поставить сюда. Залежи свои прыщики, вонявый! У меня нет прыщей. Так. Что-то он долго делает, нам нужно найти альтернативу. Альтернативы у нас нет, нам нужно будет сделать топор.
Блин, мне просто рук не хватает. Да что браться-то? Сначала давайте, наверное, поедим. Огненное говно давайте выложим, потому что пока он мне не нравится. Смысла я от него не вижу. Отравлюсь? Не, смотрите, как удобно, видали? Убивать легко, еда есть. Все, отлично. Так. Ага, это мы все убираем. Во, мне бы здесь как раз пила бы понадобилась. Поэтому сначала мы давайте сделаем пилу. Нет, сначала мы выложим кучу говна, потом выложим кирпич и потом сделаем пилу. Ну, давайте это сразу выложим. Так, ну что ж, ваше любимое дело, в кавычках, мы сейчас будем крафтить и потеть. Вот. О, есть. Ага, это тоже можно взять, вот это можно взять. Это будут две батарейки, правильно? Нужно три батарейки. Делаются они изолированные. Угу. То есть нужно сделать следующим образом. Так, мы сейчас кладем сюда. Дальше что? Потом мы так кладем вот сюда вот. И получаем оловянное говно. Сюда кладем, и нам нужно его разрезать. Но ножницы я не вижу почему-то. Вот они, ножницы. Блин, опять сраные сваты полные. Выкидываем. Все, берем, короче, и поехали. Кладем сюда оловянное говнецо. Потом оловянный провод получаем. Делаем еще один проводок. Все, сделали провод. Потом оловянную шляпу. У нас ее мало. Ладно, делаем батарейку. Нам нужно сделать три батарейки. У нас мало оловянной оболочки, поэтому делаем раз, два, три. Делаем оловянную оболочку. Вы слышали звук? Мне это не нравится. Какой-то страх, ты тварь, гнойничок вылез на жопе у тебя. А в воде он будет работать? Нет, друг мой. Ой-ой, я пошутил. Это прямо из Дума, смотрите. Во, мы что-то Аскинорос. Мы подобрали Аскинорос и его жопу. Нифига их много, а чё за бред-то? В честь чего их так много? Залежи свои прыщики, валявый! Так почему столько много-то? Ну ладно. Может, они сейчас будут респауниться бесконечно, потом здесь все будет в этих мутантах, они везде. Ну ладно. Типа так нормально, пускай будет. Типа так задумано. Хорошо, все, делаем батарейки. Три батарейки у нас есть. Надо сделать нам пилу, да, полезная вещь, электропила. Три батарейки, потом две железные оболочки есть. Это есть. Теперь нам нужно сделать электромотор. Электромотор, для него нужна катушка и оловянная оболочка и железо. Ой, как много надо. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом нам нужно опять слитки. Вот этот медный слиток. Потом кладем вот сюда. Нет, вот сюда вот кладем. Сейчас мы все сделаем. Так. Этого, я надеюсь, будет нормально. Этого мало. Этого очень мало. Поэтому нам нужно тогда переплавлять еще и медь. Твою медь. Переплавляем медь. У нас здесь готова резина. Пускай. И олово. Нормально. И куча мутантов по кругу. Куча мутантов. Глиц ты вонючих. Куча мутантов. Ясно. Так, ну смотрим, что у нас здесь получилось. Два слитка. Ага, в принципе, неплохо. За одного угля уже три слитка. Скоро сломается молоток наш. Ну ничего страшного, давай, надо сделать много, блин, мало. Да, мало. И железо еще нужно. Железо у нас полно, ово есть. Давай, братюня, еще один, сейчас подождем. Это будет у нас 4, 16, 17, 18.
Да, нелегкое это дело. Ну, ты сказал, что будет легко. Ну, поехали. Опа, так хватило. Потом вот сюда вот. Вот так вот. Потом делаем круг. Кладем две железки. Готова катушка. Так. Есть у нас две катушки. Смотрим. После этого надо будет две оловянные оболочки. Сюда, сюда. Здесь железо. Здесь оловянная... Оболочки нет оловянной. Господи. Поэтому нам сейчас нужно будет сделать... Нам сейчас нужно будет сделать молоток. Ага. Для молотка нам нужны будут палки. Поэтому мы берем сейчас палки и делаем молоток. Молоток это очень важный ингредиент. Так, что-то я вижу. Ага. Мутанты что-то все бегают и бегают, бегают и бегают. Сдохни! Да я то же самое думаю, пускай они сдохнут уже и не мучают. А ты... Офигеть их здесь. Так, ну let's go. Что у нас здесь еще есть? Отлично, есть. Ставим. Мы сломаем весь молоток. Нет, не ломается, посмотрите, а, мразь. О, опа. И еще давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Хватит. Оп. Ага, и вот так вот. Все, это нам долго хватит. Теперь опять порежем пластинки, нам нужны. Хорошо, поехали. Ставим катушку. Раз, два, три, пода три. По бокам мы ставим... О, по-моему, так, да? Ага, катушка у нас есть. Не катушка, а мотор. Теперь нам осталось последнее, это электросхема. Электросхема. Как ее делать, я не помню. Не хочу. Так, ладно. Опять нужно 6, да? Потом еще нужно будет 2. Поэтому давайте поставим на переплавку. Переплавляйся, мразь, переплавляйся. Ага, резина у нас есть. Пока нам хватит 6. Что нам нужно еще? Ага, Так, по бокам это и железная лепешка. Правильно? Железная? Да, железная лепешка. Потом кладем железный слиток сюда. Вот. Вот так вот. Потом ломаем молотком. Давайте парочку сразу. А их надо много будет все равно. Кладем сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Сюда, сколько я помню. Вот сюда. Так, подождите. Вот так вот надо. Да, и нужно еще две эти шляпы. Вот она. Все, мы опять полные. Это все выбрасываем. Это тоже выбрасываем. Так, войдем это говно. Плющим и нарезаем. Нарезка. Где у нас нарезка? Окей. Все, и собираем весь механизм. Здесь у нас будут железные пластинки. Потом у нас идет микросхема. По бокам полоски. И взаду это говно. Теперь смотрим, что нужно делать дальше. Ага. Нужно 3-6 штук. Да, 6 штук у нас есть. У нас есть 7. Я забыл, как она выглядит. Во, электропила, смотрите, получилось. Ай-ла-ла-ла-ла-лай. Ну и само собой, что это за электропила, если мы ее не зарядим. Все, отлично. Сделали полезное дело. Вот так, мы собрали посох, собрали электропилу. Это уже хорошо. Теперь мы сейчас давайте сбегаем. Баба. Мы сейчас бегаем, короче, вниз. А, нам нужно еще строить. Да, да, да. Будем строить еще рельсы. Рельсы, рельсы, рельсы. Фига, их все больше и больше. Это, наверное, баг. Прикиньте, сколько у меня еды. Просто представьте только. Так, у меня лука нету, да? Угу. Ладно, это же другая история. Давайте тогда сделаем быстренько рельсы. Эти рельсы-то очень дорогие, да. Ой, какие дорогие. Ох. Столько железа уходит на вонючие рельсы, это забейте. Я все железо переплавил. Почти все.
почти все. Что-нибудь поставим в рельсы, чтобы я потом мог спускаться спокойно и всю голову не ломать. Тварь тупая, иди отсюда, мразь. Ага. О, у меня уже 19 уровень. Великолепно просто. Великолепно. Кстати, да, мешает потолок. Кто-то мне, кстати, писал об этом. Но сейчас его смысла это ломать нету. Я все равно буду спускаться на машинке. Ой, я куда-то мимо прошел. Опа, опа, оп, 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 оп. Вот так. А это что такое? Какая-то типа стрела застряла. Так. Угу. Сюда. А почему это? Да, просто веселье уже заставит. Вы что, у него с шестерками работает? И пила. Нужно было протестировать пилу нам, да? Так, здесь мы были. Ага, факела у меня нету. Хорошо. Ну-ка. Так, подожди, а мне мешает или нет потолок? Да, да, мешает. Ладно, потом давайте тогда немножко-немножко мы его пробьем подальше, чтобы реально не мешал. Тем более у нас есть такое орудие. Еще просто выстрелил и заметил, реально мешает. То есть мы бежим не плавно, ударяемся головой. Нам нужно будет еще один блок пробить. Как же быстро ломает. Ой, 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 ой. Так. Ладно, пофиг, дальше идем. Ну вот. Ну и эту я бы сломал. Все равно лишнего не будет. Тем более у нас такие инструменты крутые. Так, здесь тоже можно было сломать потолок немножко. Вот так. Хотя бы на одну ячейку. На один кубик. О! Сочащаяся пыль выпала. Прикольно. Мы скоро будем делать уже крутые микросхемы. Давайте сначала мы закончим с домиком. Потом я сделаю, чтобы... О, она падает, оказывается, разбивается, я не знал. Или она, скорее всего, потому что упала на лестницу, да? Типа кубик не может... А, нет, смотрите. Это я, наверное, случайно сломал. И все быстро. Оп, 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 оп. Надо будет еще посмотреть, какое у нас самое сильное оружие, потому что вот это вот я сейчас собрал... Последний камешек, помните, сломал, будет такой розовый. Из него тоже можно делать оружие. Ну вот, да, уже получше. Бум-б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 ум. Теперь потолок нам не мешает. Все, отлично. У нас зарядилась уже пила. Пила, пила, пила. И нужно искать новых существ. Я уже говорил, да, вы видели, сколько у нас много посохов. Нужно всех их собрать. Возьмем пилу. Ну, давайте попробуем. Ага. На любом случае надо будет весь дом это заменять. Интересно, как он деревья ломает так же быстро. Стекла, стекла, стекла. Оп, оп. Не знаю, что не нравится мне эти стекла. Хотя, посмотрим, ладно, потом. О. Ага. И сразу можно быстренько поставить еще блоков. Я говорю, у нас здесь работы очень много. Очень много. На миллион серий вперед. Давайте это поставим сюда. Оп-оп-оп. Отлично. Угу. 12. Всего лишь 12. Как это мало. Собираем кирпич. Адский. У нас будет адский дом. Я уже говорил, он будет трехэтажный. Нереально, арабского кирпича очень мало. Это просто нереально. То есть за один стак я получаю всего лишь сколько? 16 штук. Офигеть. Здесь, не знаю, буду здесь окно делать. Не, окно, конечно, лучше сделать. Какое-нибудь другое. Не желтое. Оп, оп. Оп, оп. Мы сразу, видите, делаем за один выпуск миллиона разных вещей. Глиссы вонючих. Сразу же вот это пытаемся, вот это мы сейчас изменим. Опа, опа. Так. Вонючий глисс. А вы снимаете через интернет деньги?
Интернет-деньги? Нет. Я такими вещами не занимаюсь, извините меня. Вот, ну совсем другой вид, согласитесь. Ну просто вообще адский вид. Адский вид. Обычное можете кого зафигенить, а? Тоже неплохо смотрится так. Хотя как-то нереалистично. А с другой стороны, мне кажется, более реалистично. Давайте тогда сделаем тогда белое. Опа. Кстати, так медленно ломает, если я быстрее рукой ломаю. Пускай будет белое. Мне так больше нравится, конечно, красивее. Да. Ну все, отлично, отлично. Что у нас там по времени? А времени-то у нас уже много. Сделали мы, в принципе, много полезного за этот выпуск. Все лишь за 20 минут мы сделали кучу делов. То есть сделали посох, пилу собрали целую. 19 у меня опыта. Сказали, как-то можно. О, можно еще инструменты. Был бы сейчас алмаз, да? В следующей серии тогда мы постараемся найти алмаз вместе с вами. И сделаем себе крутое какое-нибудь оружие. Видите, а можно зачаровывать только один раз, да? Вау! Посох тоже можно? А стрелы тоже? Не, стрелы нельзя. Странно, а чё ж посох? Семь. Free Air. Не, анимал нам больше не нужно. Игниты. Ну, в любом случае, потом будем пробовать зачаровывать разными вещами. Сейчас я пойду быстренько сломаю дерево, проверим, какая скорость. Ага. Ох! Это мне нравится. Ой, как мне нравится это. Вы посмотрите. Это мне очень нравится. Кстати, вот эта зеленая трава тоже очень красиво выглядит. А пила, кстати, быстро садится. А, ну только он не ломается, да, видите, он не ломается по моду. По моду, если бы я сломал один бок, он бы все развалился. Поэтому лучше сломать по моду сначала, а потом доломать остальное. Ну, вещь офигенная, реально. Листва, кстати, тоже очень красиво пойдет. Можно из листвы сделать крышу, кстати. Как вариант. Ну-ка, если мы сделаем... Сейчас, секунду. Биомасса. А это не знаю, что это такое. Биомасса. И что с ней делать с этой биомассой? Ну-ка. Смотрите, потолок шевеляющийся. Мне кажется, так побаче будет, да? Согласитесь? Гораздо красивее. А я могу по ней ходить? Да, я могу по ней ходить, по-моему. Ладно, сделаем вот так. Будет очень красиво. Называется хай-тек. Опа. Опа. В любом случае, мы уже много времени потратили, нет. Поэтому надо уже нам завершать. Это строит сейчас. Реально, у меня будет потолок шевелиться. Это чудо природы, прикиньте. Потолок шевелится. Ой. Еще сделать красным и шевелящийся потолок. Ну, если что, потом потолок заменим. Ну ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Вот так бы, 210. Всем пока.